Мы продолжаем. И тысячи людей вышли на улицы Белграда в знак протеста против прошедших парламентских выборов. Они считают их несправедливыми. И демонстранты собрались перед зданием Государственной избирательной комиссии. Еще сотни заблокировали одну из улиц сербской столицы. Протесты в стране, отмечу, идут восьмой день. Ранее произошли столкновения с полицией, в результате чего пострадали несколько правоохранителей. 38 человек задержаны. Их обвиняют в попытке свержения правительства. Напомню, на выборах, прошедших 17 декабря, победила сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича с 47% голосов. Оппозиция набрала лишь 23%.